Так, ну вот видно, видите, банки вот эти вот запотели. Это, во-первых, уже там температурный эффект идет, да, до 38 градусов поднимается температура внутри. Даже вот можно проверить, вот они такие тепленькие. И дополнительно убивают там вот все вот эти вот бактерии, там какие-то грибковые образования. Но они уже, видите, уже практически желе там внутри, уже можно вот эти баночки снимать. Давайте вот эти как раз продемонстрируем, как мы их снимаем. Если приноровиться, то можно снять аккуратно, и даже крови не будет. Вот, видите, это даже не кровь, вон, видите, какое желе. Поэтому мы его убираем. Вот, видите, пиявка просто. И сюда мусорный пакет рядышком у нас. Вот, поскольку достаточно быстро сработало, да, то значит, надо почистить еще. Считается, самое грязное место, это конкретно вот под шеей, да, вот где холка. Это первое место вообще, с чего надо начинать.